Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Мы продолжаем играть в игру Angry Birds 2. Магазин шляп. Что у нас здесь? Да, ребята, у нас идет сейчас событие, которое называется «Космические шляпы». То есть мы должны собрать с вами полностью сет. Но мне посчастливилось найти только лишь на Реда пока. Так, что у нас здесь? Давай-ка посмотрим. У нас ежедневные задания. Сыграю в башню удачи. Вот я как раз сыграл. И на пятом этаже мне выпала вот эта вот шапочка, да? Космическая. Так, что у нас здесь? Сундучок обычный. Давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Опа. Ага, магия метель. Продолжить. Нет, не будем мы с вами продолжать. Мы можем, кстати, за рекламу попробовать еще вытянуть награду. Давайте это сделаем. Так, и что же выпадет нам здесь? 10 гемов плюс одно яблочко. Ну, в принципе, все. На этом завершаем. Так, яблочко я получил. Цыпленка своего маленького я покормил. И мы... А вот здесь что такое? Ну-ка, давай посмотрим. А, сумасшествие серебрянки. Сыграть. Так, а что здесь? Здесь нас вернули обратно. Ладно, мы сумасшествие, наверное, чуть-чуть попозже сыграем. А сейчас пойдем проходить основные миссии. И мы с вами остановились в Нью-Свинск. Это новый город, новая у нас локация. И... Так, мы на 19-й миссии. Плавненько будем переходить на 20-ю. Но вначале сыграем здесь. Не забывайте, что у нас есть новый персонаж Терренс, который пробивает с собой практически все. Все преграды, которые ему встретятся на пути. А ну-ка, давайте-ка вот здесь, наверное, все быстренько сейчас разбомбим. Вот так вот сделаю. Смотрите, ребята. Просто великолепен, согласись. Так, мы получили дополнительную карту именно Терренса. Вот, конечно, жалко, что я яблочко не успел схватить. Ну да ладно. Страйк. Давай посмотрим, что у нас тут. Вау, 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 тихо. Так, золотая свинья. Вот это хорошо. А почему я не могу взять Терренса? Хм, ладно. Не хотят давать. Начнем, пожалуй-ка, с Матильды. Так, ну, Матильда, лети. Так, выпускаем, наверное, с вами яйцо. Ой-ой-ой-ой, очень плохо было сыграно на самом деле. Но, Терренс, я думаю, что ты мне в этом деле поможешь. Разноси тут все к ядрене фени. Так. Вау-вау-вау-вау. Есть. Золотую свинью мы с вами подбили. Но понимаете, в чем проблема? Что у нас еще здесь два свинорыла. То есть вот здесь и вот здесь. И всего лишь три персонажа. Так, Ред. Ну этого ты стопудово должен мне подбить. Замечательно. А вот как этого мне пробить? Наверное, надо... Оу, Терренс! А я думал, что все, ты нас покинул. Но нет. Ребят, ну тогда все. Решение вопроса вот. Элементарное. Разнесли мы тут все к ядрене фени. Мне понравилось. Получили с вами 3 звезды и 1 миллион 244 тысячи очков. Так, Вова Данилов. Лучший игрок. Получил 5 миллионов 800. Как за этот уровень можно получить 5 миллионов 800? Я не понимаю этого. Так, ну что же, давайте посмотрим, что этот перчик означает. Разблокировано заклинание «Острый перец». Это, наверное, сумасшествие, да? Помните, по Angry Birds Epic, когда они применяли на себя этот перчик, они становились неуправляемыми и очень сильно бомбили. Так, ну что же, 20 уровень, друзья мои, поехали. Сразу же, как говорится, с пылу жару будем смотреть, что у нас здесь будет поджидать. Так, выбери заклинание. Ага, заодно нам покажут, что означает этот перец. Вау. Так, свинка, смотрите, где сидит. Спряталась за какими-то шариками или желешками, что-то такое. Так, применить, да? Ну, давай применим. Ах, вот оно что. Ёпрасоте, вы видели? Вот это круто на самом деле. В общем, мы бросаем с вами перчик. Он как самонаводящийся врезается в свинью. И из свиньи получается некая такая бомба, которая взрывается. Меня это устраивает, очень даже устраивает. Терренс, что же мне с тобой сделать? Нет, давай мы, наверное, здесь применим Матильду. Заодно схватим. Ага, схватим, нет, ребят, не схватим. Наверное, лучше Чака тогда.
Лучше Чаком сыграем. Давай попробуем. Опа! Отлично. Ну что, Терренс, пришло время позабавиться тебе. Ну, проверим, как он пробивает. Ой, красава, красава. Ну, конечно, каменные блоки намного сложнее ему пробить. Но все-таки есть в этом смысл и эффект. Так, Матильдочка, ну давай, скинешь бомбочку вон на того ханорика, который здесь у нас спрятался. Бинго! Отлично. Ну, очков, конечно, получили мы с вами маловато, но это не страшно, зато у нас есть яблоко. Ребята, еще немножко, и мы с вами получим следующий уровень. А в данный момент мы на 21-й миссии. Давайте дальше смотреть. Слушай, ну прикольно, мне, конечно, хочется открыть еще какую-нибудь новенькую птичку и посмотреть. А их у нас, как вы знаете, еще будет много. Так, вот здесь немножко хитренько сделано. Здесь у нас пропеллеры, которые будут нас сдувать, по идее. А вот Терренсы, они смогут сдуть, как вы думаете? Погоди-ка, я не понял. А почему... А, мне мешает вот этот домик. Господи, а как же я узнаю, куда мне приземлиться надо? Блин, ребята. Хм, ну давай попробуем вот так вот. Ёлки-палки, по-моему, прямо... Ай-яй-яй-яй, нет, нет, все отлично, отлично получилось у нас. Кстати, здесь уже три этапа. Ты понимаешь, три этапа у нас. Ясненько. Так, переходим сюда. И здесь тоже есть у нас пропеллеры. Жалко, что мне Терренса уже не получить. Так, ну что же, давай, наверное, попробуем с тобой вот такую немножко махинацию. Поехали. Вау-вау-вау. Слушай, я тебе скажу, очень круто получилось. Мы прям подрезали. Смотрите, смотрите, что у нас там полетело. Полетело, вау. Шик и блеск. Ну что, Терренс, ой, Терренс, Ред, давай-ка попробуем теперь с тобой сыграть. Нам бы попасть в эту взрывчатку. По-моему, великолепно получилось. Да, но знаешь, в чем проблема? Проблема в том, что у нас еще одна стадия, а птичек всего лишь две. И сможем ли мы здесь с тобой пройти? Ёлки ты палки. А если я, например, возьму перчик и сделаю? Куда он полетит? В какую свинью? В нижнюю. Замечательно, то, что нужно нам. Великолепно. Перчик, конечно, это имба какая-то на самом деле. Ну что, я могу тебе сказать одно. Мы прошли этот уровень довольно неплохо. Смотри, сколько мы с вами. 2 миллиона 400 очков получили. Плюс яблоко. И все равно Вова Данилов и здесь на первом месте. Что же это за Вова такой Данилов, а? Наверное, профи в своем деле. И, как видим, у нас уже с вами 18 очков, да? А нужно 25. То есть еще 7. 7 нужно, да, чтобы нам получить 5 уровень. Так, и мы с вами на 22-й миссии. Кстати, здесь у нас босс. Поехали. Надеюсь, мы этого поваренка с вами быстро проучим. Так, здесь всего лишь 2 стадии. Так, 2 стадии. Ну-ка, давай проверим. О, там еще сундук, друзья мои. Сундук надо обязательно схватить, наверное, нам. Опа, получилось, да? Классно. Доски летят, щепки. Вот мне нравится, как здесь все это сделано великолепно. Так, что ты там прыгаешь, а, свинка? Что ты там, скажи ко мне, прыгаешь? Как бы мне так сделать-то, чтобы подбить это все? За пульнем... Я просто боюсь врезаться. Я боюсь врезаться, но... Отлично! Бинго! Улетай, улетай, свинюшка. Нормуль. Переходим с вами на вторую стадию. Так, а здесь-то что? А, босс. И куда же он приземлится? Вниз. Шеф-повар. Так, и мне надо его подбить. Если я сделаю вот так вот. Попаду ли я в него? Мне главное, чтобы он... Давай. Что ж такое-то, друзья мои? Я даже не нанес ему повреждения, как вы видите. И это плохо. Это очень плохо. Так. Попробуем теперь Матильдой. Мне бы желательно сбросить на него яйцо. Попал. Попал, но не добил. Так, теперь возьмем с вами Чака. Возьмем Чака и попробуем бомбануть.
Вау. А почему он не получает, ребята, повреждения? Это плохо. Это плохо на самом деле, потому что, ну как мне его теперь наказать, а? Давай так рискнем. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Куда ж ты полетел, а? Терренс. Ну как же так, господи. В общем, шеф-повару повезло. Мне дадут сейчас попытку или нет? Ну давай-давай-давай, проматывай быстрее. Сыграть еще за 60 гемов. Так, давай за видео вначале. Ну что же, нам дали с вами попытку. Ну вот как вот я буду здесь его, извините меня, бить чаком, а? Ну вот как? Я ума не приложу. Ведь меня же сдует вон тот пропеллер второй. Верно? Верно. И я ничего не смогу здесь сделать. Но попытка не пытка. Да что ж ты сделал, господи. Чак. Не туда ты, конечно, немножко ударил. А теперь у меня не будет шансов, и мне придется, наверное, потратить гемы. Ну, на боссе, я думаю, это можно себе позволить. Ты потеряешь сокровища, и тем более я сокровища не хочу терять. Ладно, друзья мои. Фух, потратил я гемы. Может быть, конечно, зря. Слушай-ка, подожди-ка, друзья мои. А если я вот это вот все сброшу на него? Да-да-да-да, почему бы нет? Почему я именно в него бомблю, когда мне выгоднее вот так вот сделать? Сдуваем. И прям ему на голову. Да, вот как надо было сделать. Господи, что-то я не додумался изначально. И, как видите, все у нас хорошо получилось. Опять мы с вами справились с боссиком. Так, сокровище, дай что-нибудь хорошее. Я не зря тратил гемы. Так, 75 бусинок мне всего лишь дали. Продолжить я не могу, потому что у меня не хватает тех самых гемов. Ну да ничего страшного, друзья мои. Мы с вами переходим на следующую миссию. Опять Вова Данилов. Да что ж ты будешь делать-то? Так. У нас очередной свин-босс появился, да, который, как обычно, от нас убегает. А мы его, естественно, догоняем. Полетел, полетел. И куда он пойдет? Ага, на 30 уровень он переместился. А мы с вами получаем 21 очко, да? 21 опыт. Так, это все позже. Смотрите, спят они здесь. Спят храпуны. И у нас здесь недалече уже ключик есть. Нам нужно его получить в обязательном порядке. Но вначале нужно пройти 23-ю, 24-ю и 25-ю миссию, если мы хотим с вами открыть нового птенчика. И новый птенчик, я уже знаю, кто будет. Ребят, вы меня попросили открыть бомба. Поэтому откроем. Да-да-да, это тот самый черный птенец. Так, ну что, здесь. Вот здесь, кстати, бесполезен Чак. Он не может пробивать ледяные постройки. А вот Терренс. Терренс вполне сможет. Но я хочу попробовать вначале Чаком. Будем бить вот сюда вот. Ну, вау-вау-вау-вау, вся постройка разошлась у них. Смотри, как у нас круто получилось. Очень великолепно. Ред меня не подвел, за что ему огромное спасибо. И мы переходим с вами на следующую миссию. Так, у нас здесь ракета есть. Ну, естественно, смотрите, на ракете сидит свинюшка. И вон там еще две свинюшки. Так, что же нам здесь предпринять? Если мы с тобой бомбанем во взрывчатку, вот в эту вот, будет, наверное, очень много шума, да? Ну-ка проверим. Вау! Ёпарсеты! Шикарно. Так, Чак молодец. Ну, а теперь, я думаю, надо брать Терренса. Терренс сейчас тут наведет шороху. Запуливаем. Бинго. Кстати, друзья мои, ты посмотри, кто у нас там остался в живых. Давай, Терренс, подай на него. Эх, не получилось. Так, а вот это уже непорядок. Там, оказывается, у нас маленькая свинка выжила. Ну-ка, попробуем, друзья мои, сбить. Есть! Прихлопнул я его, как муху. Замечательно, 3 звездочки. Почти 3 миллиона очков мы с вами получили. Так, отлично. 24-я миссия у нас с вами на кону. Ну да, я понял, 69 рублей. До сих пор еще, как говорится, эта сделка висит у нас. Смотрите, а тут какая-то миссия-то странная. Кости и череп. Обычно такого нету нигде.
Или я просто не обращал внимания на это. Ладно, сейчас посмотрим, что у нас здесь поджидает. Так, выбери заклинание. Ну, предположим, не буду я ничего брать. Пока не буду, потому что, может быть, мне и здесь будет хорошо. Так, смотрите. Три ребята у нас здесь будет. Возьму три попытки, или как там, не попытки. Три стадии. Заключается у нас миссия в трех стадиях. Так, если я, например, вот так полечу. Матильда, хорош там пыжится. Да. Хотя нет. Одну все-таки свинку мы подбили. Но это фигня на самом деле. Терренс, погнали. Поехали. Бум. Бам. Так, 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 так. Есть, хорошо. У нас с вами опять Терренс. Он опять, как говорится, с нами. Подожди, Ред, не до тебя сейчас в данный момент. Давай попробуем Чака взять. И надо как-то нам вон там подбить. И валун, который сверху, он упадет как раз на нижнюю свинью. Должно, по идее, вот так получиться у нас. Ну что же, пробуем. Отлично. Хотя не валуном прибили, а самой же свиньей. Ну что же, переходим с вами на вторую часть испытания. Золотая свинья. Ага. Хотят меня этим подкупить. И они меня подкупают, друзья мои. Конечно же, они меня этим подкупают. Опа. Блин, а почему Чак? Я думал, Терренс мне выпадет. Но не тут-то было. Так, последняя миссия у нас тут. И они все сложнее и сложнее, скажем разом. Если я вот здесь вот подобью опорку, это, по идее, все должно пойти вниз. Логично? Логично. Попробуем теперь это все с тобой провернуть. Давай вот сюда вот, наверное, дунем. В плане. Друзья мои, у меня не получилось пробить. Так, ну-ка. Чак. Ага, хорошо, хорошо, хорошо. Ёпперсеты, шикарно. Очень шикарно получилось. Чак Малорик в этом плане. Ну что же, вы видите, победа птиц. И мы с вами переходим на следующий этап. И опять здесь Вова Данилов. Мы с вами переходим на 25-ю миссию. И у нас, кстати, новый уровень. 100 перышек мы получаем на нашего... А я думал, что это на Реда. Но оказывается, это на Терренса. Ага. Так, 25-й уровень. Если мы с вами его проходим, то получаем ключ для новой птички. Поехали, конечно же, играть. Мне, если честно, очень игра зашла. Мне очень она нравится. Динамичная, надо подумать кое-где, да? Все рассчитать. Так, опять у нас три этапа здесь. Опять три этапа, да что ж ты будешь делать? Если я, например, возьму Матильду. Матильду. Блин. Как-то вот Матильда в последнее время не очень хорошо нам заходит, если честно. А если вот так вот мы с тобой сделаем? Попробуем? Поехали. Бумс! Просто Терренс сносит все на своем пути. Единственное, что он не может пробить, это каменные блоки. Но он их может неплохо сотрясти. Ты посмотри, какие уже постройки пошли, а? Тут они что-то делают, да? Свиньи делают себе домики. Понятно. Значит, сверху бросать яйцо — это бесполезно. Пробить блоки эти мы тоже с вами навряд ли сможем. И как же нам тогда быть-то? Вот как тут мне... По идее, нужно вон ту вот взрывчатку, которая внизу, как-то ее подбить. Но как-то сделать? Получилось. Но все равно еще постройки стоят. Еще стоят. Так, Ред, что бы нам с тобой сделать? Может быть, сдунуть? Но вряд ли у него получится сдуть камни. Хотя, погоди. Погоди, погоди, погоди. Ёлки ты. Слушай, я Реда недооценил. У него все очень хорошо получилось. Так, переходим на последний этап. Ага, и кто у нас тут? Два пропеллера дуют почему-то именно в домик. Этот... Это здание будет, наверное, мне мешать, да? Точно. Тогда мы с тобой... Знаешь что? Я вот не знаю, яйцо они сдувают или нет? Давай-ка проверим. Ё-моё, хорошо бомбанули, но слабо. Так, Редушка. По идее, его должны сдуть. Проверим. По идее, должно быть именно так.
Ёпарасоте. Мне самому понравилось, как у нас сейчас это все дело провернулось. Увидели, да? Он полетел. Пропеллеры меня начали сдувать. Я нажал на суператаку и разнес им там все из-под низу. Кстати, смотрите, здесь уже Евгений на первом месте, а Вова Данилов на втором. А я, как видите, Даш Ангерсон на третьем. Хоть куда-то я попал в топчик. Так, ну что, друзья, мы сейчас с вами забираем ключ и будем открывать бомб. Черную птичку. Вы сказали, что он очень хорош. Мы это проверим с вами. Так, ключ у меня в кармане. Ну давай, радость, выходи. Освобождаю. Хороший выбор, потренируемся. Ну конечно, потренируемся. И у нас, кстати, всего лишь одна птичка остается в клетке, это серебрянка. Насколько помню, она действует как бумеранг. Так, ну что, вот, например, бомб. Да, вот мне показывают такую траекторию. Стреляем. Коснись экрана, и бомб активирует свою способность. Ядрёна вошь. Короче, друзья мои, он действует как живая бомба. То есть его забрасываешь в гущу событий, да, нажимаешь на экран, и он просто там взрывается, нанося огромные повреждения. Очень-очень, я думаю, пригодится мне этот птенец. И мы с вами переходим на 27 уровень. Наверное, сегодня до 30-очки мы с вами как-нибудь доберемся все-таки. Так, не забывай про заклинания. Ну, я пока не хочу. Я справляюсь без них. Так, здесь уже интересно. У меня бомб. То есть у меня все птенцы есть, да? Если я сделаю так, фигня получается. Мы куда-то... Да что ж такое-то я хотел, ребята? На самом деле я не это хотел сделать. Абсолютно не это. Так, ну что же, поехали. Ред. Ай-яй-яй, фигня получается. Извините, немножко меня здесь потревожили. Так, ну что же, давай-ка мы, наверное, попробуем теперь чаком. Если у нас чак вот так вот полетит, ну-ка проверим. Замечательно вышло. Ну вы сами видите результат. Дополнительную карту мы получили Реда. Переходим на второй этап. И здесь у нас, ёлки-палки, золотая свинья. Мне хотелось бы, конечно, ее получить. И в этом мне, наверное, поможет Терренс. Проверим. Ох-хо-хо-хо-хо. Тяжело ему, конечно, сейчас будет тяжело. Но попытка не пытка. Есть. Да, я получил золотую свинку. Терренс хорош. Тут уж не поспоришь, согласись. И довольно легко так прошли с вами. Прям на одном дыхании. Вова Данилов на втором месте. Какашка на третьем. А меня вообще здесь нету. Так, я даже не успеваю, друзья мои, испробовать бомба. Так, переходим на 27 уровень. Так, на 30 нас будет поджидать босс. Кстати, давненько я не получал перышко в себе, да? Мне нужно прокачивать моих персонажей. Я хочу, чтобы они были сильнее. Так, а здесь вот хитро придумали. Смотрите, здесь вентиляторы, да? Нам нужно бить вот в самый низ. Так, а если я возьму, например, бомба? Как он у меня полетит? Он полетит вообще великолепно, поэтому берем его. Бамс! И все, рассыпалось к ядре, не фени. Лопнул маленький свинотник, и мы переходим на следующий этап. Так, здесь у нас что? Пропеллер, да? Опять эти вентиляторы стоят. Так, так, так. Раньше, помните, да, были цветочки, которые могли выплевывать все, что поглотят. А теперь вот здесь у нас вентиляторы. Так, Реда мне надо брать, или же все-таки... Да, я, наверное, возьму Реда. Вот как-то так нужно, по идее, сдуть хитренько, да, чтобы это все полетело вниз. Попытка не пытка. Ой-ой-ой-ой-ой. Хотя, подожди, подожди, подожди. По-моему, все хорошо. Ах ты. Ах ты, жулик, а ты посмотри, как им повезло здесь. Терренс, пожалуйста, сделай доброе дело. Бумс. И, конечно же, всех мы здесь с вами поразносили. Но здесь, не забывайте, друзья, три этапа, поэтому мы переходим на третий. Ага, такие довольные здесь. Я вот люблю, честно говоря, подбивать именно крупных свинюшек, потому что они довольно прикольные. Так, если я бомбану сюда. А я бомбану, поверь мне. Бамс! Шикарно! Слушай, ну бомб на самом деле крутая птичка, мне очень нравится. Так сказать, зашла.
Так, опять тут Евгений, Вова Данилов и Какашка. А меня, как всегда, здесь нету. Недостоин я быть там где-то на каком-то месте. В общем, там тройка лидеров, получается, высвечивается. Ну что же, давайте переходить с вами на 28-й этап. Трыц, перепрыгнули. Так, а что это такое? А, это акция у нас, да? 18 минут еще будет действовать. Да мне все равно, на самом деле, я не хочу здесь, ребят, ничего покупать, донатить не буду. Мы с вами играем по чесноку. Так, довольно неплохо, смотрите. Тут, да, пропеллеры обдувает, и тут. Это как у меня получается... Так, подожди, бомб. Мы возьмем, наверное, Чака. Посмотреть хочу я просто траекторию полета. Хм, ну-ка, запускаем. Ёлки ты палки, фигня какая-то получилась. Бомб, тогда попробуем тобой. Тогда попробуем тобой. Главное, взорвись. Ёпрсоте, ну он действительно крут. Ты посмотри, что он делает. И там разнесли. Шикарно. Так, переходим на следующий этапчик, заключительный. Смотри, у них, мне кажется, потом уже будут какие-то железные постройки, потому что в данный момент каменные. Вот если, например, сюда дунуть редом, мне кажется, вот эти вот колесики, точнее, камушки покатятся, и вся их постройка разрушится. Я хочу проверить, так ли оно. А, мне... Ну-ка, давай так попробуем. Прав я или не прав? Да, я прав, но не хватило немножко силенок их сдвинуть. В любом случае, мы с вами из всех свинюшек, которые здесь были, подбили. И значит, получается, этот уровень у нас пройден. Отлично. Переходим на 29 уровень. Поехали. Поехали. Жду с нетерпением следующих уровней. Просто-напросто мне нравится подбивать этих свинюшек, на самом деле. Так, опять у них здесь домики. Может быть, взять бомба здесь? А, три этапа. Кстати, смотрите, наверху сундук, друзья мои. Наверху сундук. Может быть, нам лучше... Лучше Матильдочкой, да, полететь? Опа! Плоховато. Плоховато у нас с вами это все дело вышло. Ну что же, Терренс нам в помощь. Бумс! Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Так, а вот этот тахонорик у нас остался жив. Ты посмотри. Что я могу тебе сказать? Я сейчас буду сдувать. Вот так-то вот. Упал. Упал свинюшка. Мы с вами прошли этот уровень. Но у меня очень мало птичек осталось. Три всего лишь. Так, если, например, сюда закачу бомба. Как он, думаешь, получится у него подбить? Я думаю, что да. Пробуем. Всех взорвал. Молодец, красавчик. Так, здесь у нас что? Ага, камушек сверху, да? Камушек сверху, тут еще фонарь какой-то. Это все может упасть на вот этих свиней. Но как мне это все дело провернуть? Чаком? Ну давай попробуем чаком. Так, поехали. Опа! Ребят, ну это просто глаз-алмаз. Вы видели, как я рассчитал траекторию и как все мое задуманное получилось? То есть именно камнями, да? И светильником я убил этих свинюшек. Страйк, естественно, страйк. И мы с вами переходим на следующий уровень. Плюс у нас сундук. 750 перышков. Это для Чака. Это у нас для Чака, и он получает 7-й уровень. Вот это круто, вот это круто. Так, а мы с вами двигаемся дальше. Скоро, вот скоро, ребята, уже будем бомбить босса. Мы ему покажем, где раки зимуют. Поверьте мне. Вот это вот, конечно, долго здесь идет прогрузка, да? Пока эти шестеренки тут прокрутятся. И у нас, кстати, здесь открывается что-то новенькое. А ты разблокировал новая PvP-арена. Вау! Я не думал, что здесь будут PvP-арены, оказывается, есть. И как это интересно будет все выглядеть. То есть, PvP это мы должны драться с другими игроками. Ну, давай посмотрим. Давай посмотрим. Вот у нас открылось. Так, я вначале вот здесь вот заберу награды, подвиги. Так, 100 перышков у нас на бомба, да? И 500, наверное, на Терренса или на Реда. Давай заберем. Поздравляю тебя, бомб. Ты получил уровень. Третий. Круто. Так, а здесь у нас... Ага, все-таки... все-таки это были на Реда перья.
И он у нас, он вообще у нас крутой теперь. Так, ну что, с подвигами закончили. Что у нас тут? А, вот еще где. Собери 25 звезд. Давай. Мы, кстати, можем с вами получить 15 гемов, если я посмотрю видосик. Так, яблочки дайте мне, пожалуйста. Точнее, не яблочки, а гемы. Так, пройди ежедневное испытание и забери купон с самоцветами. А где такой купон? Я не понял. Забери купон с самоцветами. Тут у нас ошибка подключения. Почему ошибка подключения? Вроде бы все стабильно. Ах, вот этот я должен купон забрать. За 690 рублей? Что-то как-то не особо мне хочется, если честно. Давай откроем с вами сундук. Так, 200 перышков. На кого? На Реда? Или на кого? Или на Терренса? На Реда. Понял, спасибо большое. Так, магазин шляп. Все свет... Ну, мы хотели с вами вообще посмотреть, что это за PvP-арена. Покажите мне, пожалуйста. Хочу посмотреть с великим удовольствием. Игра. Бесплатная игра. Турнир окончен. Лига Ваниль. Ага. Турнир закончил, значит, ребят, наверное, меня сюда не впустят. Хотя нет. Впустили. Так, играть. Ну, давай хотя бы посмотрим, что она из себя представляет. Вау, ничего себе, меня тут подсунули. А почему? Новый соперник. 10-го, 3-го. Ага, тут еще вот такая птичка будет. Понял. Так, в бой. Ребят, в бой. Ну, естественно, это первая моя игра, так что я могу сейчас сфейлиться. В легкую, как говорится. Так, что я должен сделать? А, вот так вот, значит, мы соревноваться будем, да? То есть я хожу, потом он. Судя по всему... Так, подожди, а если я возьму, например, Терренса? Погнали. Бумс. Просто пробили все к ядрене фени. Отлично. Так, ну, естественно, я пока веду, потому что был мой первый ход. Так, а что он делает? Я не могу понять. А, он типа тоже сходил, да? Просто мне не показывают, как он ходит. Вот оно, когда происходит дело. Хм. Ну давай попробуем с тобой, наверное, через бомба сыграть. Я хочу вон там взорвать все к ядрине фени. Вау-вау-вау-вау, смотри, как прикольно. Ну, здесь как-то у меня не совсем удачно все получилось. Он тоже разыграл карту. И, как видите, у него все хорошо, да? Он получил... Терренса он себе получил, а? Ой-ой-ой-ой, а как же мне тогда сделать-то? Ну, давай попробуем сыграть Редом. Ред, не подведи меня. И он меня не подвел. Все тут хорошо у меня получилось, но карточку я, к сожалению, не заработал. Так, давай посмотрим дальше. То есть, я так понимаю, по очкам, да? Кто больше очков наберет, тот и выиграл. Так, перчик. Да, тут как-то я не знаю, ребята. Давай вот так попробуем. Да ладно тебе, ну почему ты, Терренс, не ударил вот сюда? Ну, почему? Так, дополнительная карта. Мне дали Реда. Ну что, попробуем. Слушай, ну Чак, он очень плохо пробивает ледяные вот эти вот структуры. Так, тихо. Бумс! Все разнесли тут. Отлично, шикарно, мне нравится. Так, подожди, а сколько тут вообще будет все это длиться, это дело? А, пока, наверное, у кого-то не закончатся свинюшки. А у него, смотри. А у него там и есть птичка, которой у меня нету. Вот так-то, это нечестно. Это, друзья мои, нечестно. Ерунда, да, какая-то получилась? Хотя, да. Свинюшка осталась одна. У меня последняя карта, друзья мои. Последняя карта. И что я могу тут с ней сделать? Ну, выпущу я сейчас Матильду. Ну, сбросит она яйцо, если сбросит. Бред. Бред. И остается мне только лишь использовать перчик. В кого? Да. Я, по-моему, здесь проиграл. Судя по всему. Хотя у него тоже птички закончились. И по очкам... Я пока выигрываю. Посмотрим, друзья мои, кто здесь все-таки победит. Я победил Феникса. Бац, стампа.
такой злой. Серия побед. Зарабатывайте победы одну за другой, чтобы получить награды получше. Я получил билет на арену. Фух, текущая серия побед. Ну что, попробуем, наверное, еще с вами сыграть. А как сделать? Дальше, да? Ладно. Слушай, ну в принципе неплохо, друзья, мне нравится. Значит, короче, смысл такой: нужно наносить побольше повреждений, да? Плюс еще здесь можно прокачать уровень. И чтобы сыграть бесплатно. За видосик. Давай-ка, наверное, посмотрим видосик с тобой, да? Поехали. Бесплатная игра. Надеюсь, что она бесплатная. Так, и у нас с вами здесь будет два яблочка разыгрываться. Сорбустер. Ну, у них птички, конечно, очень крутые. Я только одного не могу понять, почему у меня здесь 31 уровень. С какого вдруг перепуга-то? Когда этот Ред у меня успел столько левлов нахапать? Ладно, в любом случае, мы с вами идем в бой. Мы должны с вами выиграть, постараться, если хотим получить хорошие призы. Я возьму, с вашего позволения, метель. Вдруг пригодится. Хотя я в этом не уверен. Так, ну что, начнем, да, пожалуй-ка? Начнем мы с вами с Тернса, наверное. Наверное, с Тернса. Погоди-ка, не понял. Так, секундочку. А почему я не могу? Хм, ладно, поехали, будем взрывать. Ёлки-палки, круто получилось. Но хотелось бы, конечно, чтобы... Здесь мы, кстати, можем с вами, судя по всему, оттолкнуться, да? Оттолкнуться. Если я возьму Реда, если я дуну туда, интересно, сработает моя вещь, которую я хочу задумать? Да-да-да-да-да, получилось, но не пробили мы ему здесь низину. Низину мы не пробили. Здесь, наверное, нам понадобится Матильда. Матильдочка, давай, радость. Опа. Вот так-то, вот так вот работает папочка. Ну что же, пока пачка, мы ведем с вами. Ты посмотри, сколько у него там карт, а? По сравнению со мной-то. Да, нечестно так получается. Так, вот здесь довольно прикольно получается, смотри-ка. Постройки. То есть, здесь мне нужно сюда удариться. Пропеллерами меня сдует. По идее, так должно все быть. Вау, слушай, это довольно прикольно будет выглядеть. Попробуем? Попробовал. Ой, ой. А если так? Ай-яй-яй-яй-яй, Терренс, куда ж ты улетел? Куда ж ты улетел? Я думал, на самом деле, что он сюда врежется. Но нет, не вышло ничего подобного. Так, давай посмотрим, что у нас получится с Редом. Блин, как же мне... Как-то вот так вот, наверное, мне нужно полететь. Да, друзья мои? Вот так вот мы с вами попробуем полететь. Да чтоб тебе! Ну-ну-ну, сломайся, ну пожалуйста. Ну сломайся, постройка. Не, ребята, у меня ничего не получилось. И, судя по всему, зачем я магию взял эту, а? Вот скажи мне, пожалуйста. Ну что, мы сейчас заморозим с вами это все дело. А, погоди, погоди, погоди-ка. А вдруг? Нет, ничего подобного. Хотя у меня бомб еще остался. У меня есть бомб. Так, попробуем с вами бомбом добить. Бамс! Шикарно. Но он меня по очкам опережает. Вы это прекрасно видите. И у меня, по-моему, никого нету больше. Ни одной птички. Это значит, что я, наверное, проиграю здесь. Птичек-то нету, все. Кстати, у него тоже птичек нету, но он меня выиграл. Он меня выиграл. Так, улучшить счет с помощью бесплатной птицы. Улучшить счет? Мне дали еще одну попытку, да? Это Терренс. Это у нас будет Терренс. Я попытаюсь улучшить счет. Попытаюсь. Если мы так вот пролетим, ну-ка, попробуем. Хорошо. Так, хорошо, 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 хорошо. Терренс, только не упади, пожалуйста. Давай что-нибудь еще разрушь. Друзья мои, по-моему, я опередил, да? Нашего оппонента. И, по идее, я должен быть на первом месте. Ну, давай, Терренс. Если бы он, конечно, смог бы вот эту вот постройку еще разбомбить.
Было бы, конечно, круто, но вряд ли это получится. Да что ж ты будешь так долго тут прыгать-то у меня? Да, друзья мои, по очкам я опередил и победил. Вау. 5 звезд, это все, естественно, у нас пойдет на опыт. Серия побед, я получил 2 яблока. Нормуль. Так, если я пройду третий уровень, мне достанется сундук. На 5-м меня ждут перья белые. Это, по-моему, для Матильды, да? А на самом последнем месте 1500 перьев. Ну что, будем с вами пробовать? Я думаю, что вы полностью меня поддержите и скажете: Рэй, давай, играй до победного. Так, 100 перышков получил на Терренса, шикарно. Уровень зарабатываем, да, с вами? Так, играть за билетик тут уже, да, получается? За билетик. Смотрите, смотрите, ребята. А, я на 8-м месте уже. А, ну это Лига Ваниль. Поехали. Поехали, обязательно будем с вами еще играть. Так, новый соперник. Да, тут, конечно, крутыши. Ну, не настолько крутые, но костюмы, конечно, прикольные. Я хочу тоже пособирать. Интересно, что будет, если мы собираем, например, полностью с вами сет? Что нам это будет давать вообще? Где-то ведь это должно прописано быть. Ух ты, смотри, довольно прикольная карта, да? Мне нравится. Такие цветочки тут. Так, и нам здесь понадобится, наверное, наш Ред. Нам понадобится наш Ред, который будет сейчас хитренько тут делать. Поехали. Да ну, серьезно, что ли? Я думал, что он сможет пробить, он даже не смог. Только лишь Тернс нам здесь поможет. Погнали. Бум, бум, летит через все. По барабану ему. Разнос, конечно, капитальный он тут сделал. Смотрите, у меня тут Ред, тут Тернс. Но... Ой, друзья мои, надо еще дальше бомбить. Каменные постройки. Нам нужно пробить вот эту ледяную. В плане? Это нечестно, я думал, что он сможет пробить. А у него не получилось. Бумс. Так, ну, а того, наверное, мы будем с вами бомбить Матильдой. Ведь я могу пролететь там сверху? Могу. Главное сбросить вовремя яйцо. Есть контакт. Друзья мои, пока по очкам я веду. У него очень много птиц, а у меня всего лишь одна осталась. И это бомб. И он меня переплюнул уже. Ты посмотри, у него 764 очка. А что тут я не сделал? А почему мы раньше, дальше не проходим? Я что-то должен здесь... Вроде всех свиней добил здесь. Ах ты! Ёлки-палки, в горш... Вон там в ведре... Оказывается, свинья была, а я не видел. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, друзья мои, он меня опередил с обалденным счетом. Но я тебе скажу одно. У него и птиц было в разы больше, чем у меня. У меня всего лишь сколько? 5? А у него там 7, по-моему. И здесь, конечно же, я проиграл. У меня к тому же и птичек-то нету. Хотя уровни довольно забавные пошли. Ну что мне здесь делать? Ничего. Все. И у него, кстати, тоже птички кончились. Улучшить счет. Ну, давай попытаемся. Мне дали Реда. Ну и что я тут сделаю этим Редом? Вот скажи мне, пожалуйста. Вот скажи мне на милость. Если бы они мне дали хотя бы Терренса. Ред. Ладно, у нас все равно выбора особого нету. Ну. А, мне дали... Вау. Слушай, ну есть у нас возможность еще как-то здесь... По очкам выиграть, хотя шансов очень мало. Чак, конечно, слабоват у нас в плане того, чтобы пробить. Ать! И нет, друзья мои. Не добрал я нужного количества очков, поэтому, как видите, я все равно проиграл. Больше мне не дадут, наверное, такой попытки. Ну, если бы у меня были бы гемы, то, конечно бы, тогда бы я смог бы. А так, придется признать свое поражение. Жаль, очень жаль. Серия побед закончилась, да? Даже не успев начаться. Но зато я, по крайней мере, посмотрел, что такое арена. Арена PvP. Мне понравилось. Пишите в комментариях, как вам. Так, и нам нужно возвращаться на карту. Мы хотели с вами пройти 30-й уровень, где у нас будет ждать босс.
Естественно, его наказать и дальше двигаться. Так, смотрим. Сундук редкий за видосик. Давай глянем, что нам здесь достанется. 500 перышков. На кого? На кого перья? Ага, опять у нас это на Реда. Все-таки я не могу понять, как он у меня получил 31 уровень. Что здесь у нас? Подвиги. Так, использовать 10 заклинаний. Это у нас на Чака перышки. И все, да, получается. Так, магазин шляп. У нас, кстати, здесь-то что? Я уже забыл. Что это у нас за... А, сумасшествие серебрянки. Пятница. А давай сыграем. Давай сыграем. Я, кстати, серебрянкой еще не играл ни разу. И что она делает, тоже не знаю. Заодно и проверим. А, подожди-ка, я думал, мне дадут серебрянку. А может быть, она вон там стоит? Не знаю, ребята, что нам здесь нужно сделать. Но я попробую вот так вот, наверное, пробить все это дело. Поехали. Вау-вау-вау-вау-вау. Круто. На самом деле, очень круто. Так, я получил опять обратно Терренса. Слушай, ну подарочек я, к сожалению, не получу. Немножко обидно. Слушай, а вот здесь вот, если я вот сюда занырну, я, наверное, отсюда вылечу, да? Будем проверять? Или нет? А мне кажется, нужно проверить. Да. Да-да-да-да-да. Слушай, нифига я тут шороху навел. Бомба вернул к себе. Так, а теперь вон того, вон, попробуем в яблочко его. Нет, если бы я его просто сбил, тогда бы получилось бы в яблочко. А так я его просто сдул. Так, отлично. Осталось совсем немножко. Всего 2 уровня пройти, и мы с вами получим самую лучшую награду. Так, стоит ли мне здесь взять магию? Не буду, не буду. Хотя, может быть, зря. Отлично, отлично. Мне это нравится, как тут все выглядит. Я попробую, знаешь, что сделать? Матильдой сбросить бомбу. Вот здесь вот. Вот здесь вот попробую. Вау. Неплохо. Кстати, Матильда, я только сейчас понял, очень хорошо разносит ледяные постройки. Так, теперь выберем с вами бомба. Я вот хочу прямо вот здесь вот бумкнуть. Замечательно. Круче не придумаешь. Так, переходим на второй этап. Ага. Ведра, я вижу. Вау. А тут, кстати, будет немножко проблематично. Как-то надо... Блин, ума не приложу. Давай попробуем так. Бумс, бумс, снесли. Так, Редик, а как бы нам... В принципе, если мы вот так вот с тобой пролетим, будет круто. Угу. Так, и остается у нас с вами две постройки. Блин, а как вот тут... А, мы можем вот... Да блин, да как тут... Как-то вот так надо проверять. Давай, летим, летим, летим. Вроде бы неплохо. Теперь главное вот этих вот двух свинюшек нам подбить. Терренс, по идее, должен это как-то дело замутить. А если мы вот так вот полетим? Он сдует нас именно туда? Как ты думаешь? Надо проверять. Да, 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 да. Как раз все, что нужно. Именно так я и хотел. Так, второй этап пройден. И остается последний, третий, королевский, так скажем. Кто? Босс? Там написали, босс ждет меня. В плане, босс ждет меня. Очень интересно, очень интересно. Так, Матильда. Нужна ли мне Матильда здесь? Или мне просто Терренсом сыграть? А если я его запущу вниз? Твою же маковку, а? Тут вот стопроцентная, как тебе сказать, гарантия, что мы здесь подобьем верхних. Я попробую, ребят. Поехали. Раз. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Терренс, пожалуйста, попрыгай, попрыгай, попрыгай здесь. Так вот, даже ты прыгнул-то, господи. А мы, ребята, здесь всех подбили, ты прикинь. Я даже сам этого не ожидал, что мы всех свинюшек здесь подобьем. 3 этапа, кстати, здесь. Оу-оу-оу, смотрите, уже свинья здесь
в шлеме. Так, ну по идее мне нужно вот здесь вот делать взрыв. По идее нужно делать вот тут взрыв. Это все полетит к ядрене фени. Давай проверим. Куда он там полетел-то? На парашюте, эй! Ё-моё, ты посмотри, что происходит. Я, честно говоря, не думал, что здесь свинья будет еще и на парашюте. А я ему сейчас, знаешь что, парашют-то, наверное, подобью. Смогу подбить, как думаешь? Опс. А вот это для меня нежданчик. Давай. А, чуть-чуть не хватило. Блин, друзья мои. Он приземлился. Давай, вот так вот, ты понял? Он думал, что ему можно все, но не тут-то было. Так, теперь Тенненса запускаем с вами. И как раз вон туда я его хочу запустить. Давай. Да чтоб тебе, ну ё-моё, ну как так может быть, а? Хотя да, Матильда сделала свое дело. И мы с вами прошли этот уровень. Зря я только Тенненса сюда выпускал. Потратил его в холостую. Ну что, здесь где-то босс должен быть, да, или нет? Точно. Босс-повар. Хм. Встал, деловой такой. Ну-ка, давай проверим. Если я, например, вот здесь вот взорву. Фигня получится, да, какая-то, наверное. Ну, проверим. Так. Хм. Ред. Да я даже не знаю, как тут сделать-то лучше. Полетели, короче, с вами на вентилятор. Да ладно тебе. Ну. Так, отлично. Здесь внизу всех разбомбили. Падай на своего кореша, падай. Ты прикинь, босс-то упал у нас все-таки. Босс у нас упал. Мы сейчас, знаешь, что с тобой сделаем? Попробуем на него скинуть бомбу. Я, правда, почему-то не уверен, что у меня получится. Да ёпрсетешечки. Как-то летим мы с вами очень плохо. Паршивенько, я даже скажу. Ну, Чак, не подведи. Ну, толкни ты его, чтобы он упал там, в конце концов. Ты посмотри, что происходит, друзья мои. Ты посмотри, что происходит. На, получи, гаденыш. Да что же мы не можем-то его никак... Не прошел, да, я это испытание, получается. Дадут попытку бесплатную? Нет, друзья мои, только лишь за гемы. А гемов у меня не хватает. Грустно, очень грустно. Все лопнуло, все сломалось. Еще главное просят еще разок. Нет, не буду я еще разок, я расстроился. Надо мне немножко, как говорится, собраться с силами, чтобы еще раз приступить к прохождению этого уровня. Так, получена награда за прохождение задания. А, пройди ежедневное испытание, ага. Вот теперь у меня хватает гемов. Вот теперь бы я мог бы там сыграть. Но, как говорится, уже слишком поздно. Так, ну что, давай пойдем посмотрим, сколько нам еще до 30 уровня. Сколько нам там еще бродить. 28 сейчас у нас, да? А. Так, мы уже с вами на боссе. Мы уже с вами на боссе, поэтому давайте приступать. Будем сейчас его быстренько разбирать. Быстренько, но это, как понимаете, относительное, да, слово быстренько. У нас с вами быстренько никогда ничего не получается. Ну что, полетели? О, там сундук наверху. А могу ли я... А как мне его... А как мне взять этот сундук? Если только вот так вот попытаться. Поехали, попробуем. Нафига я нажал на кнопку, ребята? Зачем я нажал на кнопку? Кто мне скажет? Куда он полетел? Куда он полетел? Объясните мне, пожалуйста. Да ну, блин! Чё за бред? Что? Вообще у меня ничего не получилось, прикинь? Так. Так, ну здесь свинюшек мы всех подбили. Вот остаются здесь. Матильда тут, конечно, вообще, наверное, не вариант. Или вариант? Ну-ка проверим. Осталась одна свинья. О, мне Терренса вернули. Слушай, это только лишь первый этап, а их тут два.
И это еще не босс, как ты понимаешь. Нет, Теренс здесь не подходит. А Чак? А Чак, наверное, улетит. Значит, нам нужно с вами через верх. Да ведь не получится же ни шиша. Надо как-то вот так вот, наверное, где-то лететь, да? Проверим. Почти, почти, ребята. Ой, последний, ребята, свин. Ой, свин, последняя птичка. Давай вот так вот попробуем. Угу, угу. А лучше и мечтать не мог. Сфейлился. Да-да-да, я сфейлился здесь. И это была только первая стадия. А их здесь две. Ну, в любом случае, я буду переигрывать. Так, получить птицу. Нет. Ты потеряешь сокровища. А у меня их нету. В плане. У меня не было сокровищ никаких. Я же ничего не брал. Или брал. Еще раз, конечно же. Такие смеются, а? Из-под тишка. Ладно. Сейчас, ребят, мы с вами немножко по-другому переиграем. Бомба, понимаете? Вот бомб у меня взорвался вот здесь вот. Я нечаянно нажал на кнопку, и вот так вот получилось. Ну что, Чак у нас, как всегда, первый. Поехали. Вау. Тут все идеально, вот тут все хорошо у нас получается. Давай, давай, давай. Вот это вот как мне теперь подбить? Вот для меня остается загадкой. Как-то, блин, вот так вот что ли полететь? Попробуем. Вау, вот и все. Делов-то на копейку. А мы переживали с вами. Так, ну что, переходим к боссу. Где же он? Где же этот босс? Наверное, сюда, да? Приземлиться. Или вот сюда? Ах, даже туда. Усатый барон. Ну, я тебе, усатый барон, сейчас все усы-то повыдираю. Погоди-ка, а как мне тут быть? Погоди-ка, секунду. Тут что-то как-то... Неужели Теренсом нужно пробивать вот это все? Попытаемся. Ды-ды-ды-ды-ды-дич. Нормуль, нормуль, кстати, очень хорошо получилось. Мне, конечно, не нравится, что вот этот вот босяра приземлился вон там. Для меня это невыгодно. Если я полечу, я смогу ли бомбу выбросить? Поехали, попробуем. Ага, и осталось только лишь его наказать. Вот только как это сделать? Как мне взорваться рядом с ним, а, ребята? Есть! Ух, отлично. Бородач подбился. Евгений, Вова Данилов, какашка. Слушайте, ребята, ну я считаю, что сегодня очень круто. Мы с вами подрались. Были некоторые недочетики, да, в моей планировке боя. Но если брать в общем, я считаю, что неплохо. Даже посмотрели с вами PvP-арену сегодня. И, как видим, у нас тут принц, да, куда-то там поехал на следующий, так сказать, уровень. А мы с вами, вау, насос для свиней. Это новое заклинание мы получили с вами. Обязательно его протестим. Вау, тут... Заяйцованные леса. Бамбуковый лес. Хм. Круто. Круто. Скоро будет у нас новый. Новый этап, да? Новая карта. Ну, а на этом, пожалуй, я, наверное, буду, друзья мои, закругляться. Я сейчас посмотрю, что у меня тут еще подсвечивается. Ну, под знаком восклицательным. Что они мне хотят предложить. Так, магазин шляп и серебрянка. А в магазине шляп что вы мне хотите сделать? Чтобы я купил? Ну... А, тут у нас сундук. Я сундук не открыл, оказывается. Так, 75 бусинок. Так, я понял. Ну что, давай попробуем с тобой открыть обычную шапку. Так, а где у нас для бомба? Ну, я могу вот эту приобрести. Вот это, наверное, есть для бомба, да? Угу. Такой, знаешь, с ушками. Прикольно смотрится. Я также могу, наверное... Так, здесь не хватает двух птичек. Так, подожди, это у нас... А, тут комплект веселых шляп еще есть, ты прикинь. А вот хорошие. Могу ли я тут позволить себе что-нибудь? В принципе, могу. А на редких? Сколько они стоят? Воу, 500.
Дороговато, но мне кажется, что надо вначале открывать вот обычные, да, сеты. Но нам не хватает птичек с вами. Нам не хватает с вами двух птичек. А какие это? Серебрянка и... Ага, весельчаки. Ладно, со временем откроем, друзья мои. И, конечно же, заработаем. Так, что у нас тут? Подвиги. Взорвать 500 свиней? Я столько свиней взорвал уже. Сам даже этого не заметил, если честно. Так, и что тут? Сундук еще один накопился. 50, ну так мало, 50 перышков всего лишь-то. Ладно. И, как говорится, на этом спасибо. Ну что, ребятушки, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!